Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер. Всех приветствую, всем здоровья и счастья. Присоединяйтесь к просмотру. Сейчас буду готовить гречку с поджаркой. Постное блюдо. Сегодня воскресенье. Кто постится, вот можете такое блюдо приготовить. Там ничего сложного, если интересно, смотрите. Так, вот здесь у меня варится гречка. Я ее на медленном огне. По количеству гречки, сколько вам надо, столько и варите. Сколько там, на сколько человек. Лук у меня здесь вот уже очищенный был. Я ее вчера или позавчера даже чистил. Это пойдет на поджарку. То есть я вот лук порежу кубиками мелко. И вот я сейчас замочил. Сейчас морковку помою, почищу ее, тоже порежу. Ну, не, соломкой, соломкой не буду, кубиками. Вот. Сейчас у меня гречка сварится, если вода останется, солью. И потом вот или в этой большой сковородке, скорее всего, да, вот в этой большой сковородке сделаю поджарочку. И потом эту гречку отваренную туда и перемешаю. Тоже она будет жариться вместе с этим. Все. Ну так постепенно там все увидите. Так, я смотрю, вода вся впиталась в гречку. Гречка по ходу дела готова. Я ее не солю. Посолить я хочу по минимуму. Хочу вообще как бы меньше соли употреблять, потому что много соли, если употреблять, это вредно для организма. Если люди много соли употребляют, это ведет к повышению давления в организме. Вот. Старайтесь соли поменьше. Ну, то есть в меру, но старайтесь поменьше соли есть. Так, это снимаю, это готово. В общем, посмотрите, я угадал с водой. Гречка у меня готова. Сейчас буду резать морковь, лук и поджаривать. Потом все увидите. Вот так вот я нарезал морковь. Сейчас вот еще я тут буду дорезать. Вскрыл бутылочку вот эту специально, чтобы там масло не оставалось. Масло вот примерно вот столько будет. Это масло нерафинированное. Так, сейчас. Я потом, знаете, как делаю? Вот сейчас морковь положу. Вот так, для наглядности. А потом, вот, допустим, там еще морковка, уберу вот так. Ой, то есть нет. Ну так, ненадолго, допустим, вот так вот ставлю. На минутку, чтобы масло все стекало с бутылки уже. Так. Так. Ну, здесь пока вот я поставил, лук порезал. Мимо летит, к сожалению. Так. Это ведро и посолить. Специи я не буду добавлять, чисто соль. Вот смотрите, сколько я солю. В принципе, так посолил-то я солидно, в принципе. Ну, гречку я не буду солить, я из-за этого посолил лук с морковкой побольше. Сейчас поджарится, а потом уже покажу этап, когда в поджаренный лук и морковь я уже буду накладывать в гречку. А сейчас это пока все будет пассироваться. Так, посмотрите, дорогие друзья, как оно у меня тут все пассируется. Обжаривается хорошо. Пусть еще пока обжаривается.
Так, еще гречечку еще раз покажу. Вот такая гречечка. Иногда спрашивают, что у нас тут в кастрюльке. Вот у нас в кастрюльке здесь сегодня, допустим, вот у нас такой компотик вкусненький с яблоками. Там еще что-то есть. Так, смотрю, уже так хорошо запассировалось. Сейчас еще немножечко так мешаму. И гречечку сюда. Вот так возьму, вот так вот. Оба. Вот так ее сюда. И все. Теперь берете и все перемешиваете. Это блюдо будет, конечно, суховато. Его надо, конечно, какой-то подливой употреблять. Вот. Я вот еще пока насчет этого не думал, какую подливку такую вот сделать. Можно, конечно, в сухомятку его поесть, эту гречечку, да? Или, допустим, сделать соус, томатную пасту, муки, водички. Мама у меня вот подливу делает, но я вот что-то вот не как с подливами как-то вот надо будет научиться подливы делать. Потому что суховато, конечно. Ну, мы будем с грибобасом так на сухую кушать. Что-то я еще хотел сказать вам насчет этого блюда. Сейчас, не знаю, вспомню, не вспомню. А, вот так вот сейчас перемешаете. На медленный огонь надо переключить. И можно, да, и надо накрыть крышечкой, чтобы оно все, ну, как сказать, потушилось вместе вот с этой морковкой и луком, да. Можете специи добавить, ну, я так думаю, по минимуму. Я в этот раз решил специи не добавлять. Хорошо, тщательно, главное, перемешивайте, да. И все. Сейчас вот я хорошо, тщательно все перемешаю. Ладно, пока до следующего включения. Ну что, дорогие зрители, надо попробовать, что у меня получилось. Я его, эту гречку, еще раз крышку открывал, перемешал. И сейчас вот крышку закрыл. Плиту вот сейчас выключаю, в общем. Сейчас попробую. Возьму так, чтобы там и лучок было. Был, чтобы и лучок, и морковка. Сейчас буду пробовать, сейчас остынет. Так, дорогие друзья, не забывайте, читайте описание под видео, там всякая различная информация. Я потому что много раз очень замечал, что, ну, пишут комментарии, там спрашивают такие вопросы, на которые есть ответы в описании под видео. Читайте описание под видео. Некоторые хотят вот заказать поздравительные ролики, там ссылочка называется индивидуальный ролик. Вот можете заказать индивидуальный ролик с нашим поздравлением, там с днем рождения, со свадьбой. Сигны там можете тоже заказывать. Там все написано, как это все сделать. Подписывайтесь на все наши каналы, все там в описании под видео, эта вся информация есть. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Итак, сейчас пробую гречку, скажу, что и как. Там звонили, сейчас пока отключил, потом перезвоню. Ну, я скажу на свой, естественно, вкус. Гречка замечательная, но для дегустации мне что-то одной ложки не хватило. Надо еще одну ложечку. Знаете, получилось как? Получилось как бы гречка такая нейтральная, она не солененькая. И попадается солененький лук и морковка. И очень такое, как бы, и немножко вроде как типа кислинка, или может это раздражение вот этой соли есть. Соль вот с луком, я имею в виду языка раздражение. Горячая.
и зубы ломить начало. В общем, вкусненько. Рекомендую с какой-то подливой кушать, потому что будет сухо. Все, спасибо за за просмотр. Приятного аппетита. Где там моя кнопочка? Чик.